Мы рады приветствовать всех поклонников большого футбола. Мы — это ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень любопытный матч нас ожидает. И смотреть мы его будем, разумеется, в прямом эфире. Многие называют этот матч главным российским дерби, хотя болельщики «Зенита» с этим не согласны. Но для поклонников «Спартака» и «ЦСКА» нет ничего более важного, чем противостояние этих двух команд. Две самые популярные... Отличный удар! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Угловой будет подавать «Спартак». Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И навес. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Думбия. Атакующая комбинация ЦСКА. Удар! Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул, спас команду. Сыграно жестко, но в рамках правил. Думбия. В сегодняшнем матче встречаются две равные по силам команды. Каждая из них имеет шансы на успех. Ну и, конечно, каждая из них постарается выиграть. Попов. Андрей Ещенко. Это может быть опасно. И пошла передача. Неудачный навес. Вратарь без проблем забирает мяч. Думбия. Защита справляется. Андрей Ещенко. Сальваторе Бакетти. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Вагнер Лав. Потеря. Сердар Таски. Квинси Промис. Джано. Тут может что-то получиться. Денис Глушаков. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Такие передачи всегда таят опасность. Попов! Угловой. Пересек мяч боковую линию. Это может быть опасная атака. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Он накручивает соперников одного за другим. Думбия. Гол! Команда забила и ведет в этом матче. Ну, такой удар на технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно и точно, и практически без шансов для вратаря. Жано. Посмотрим за этой атакой. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Думбия. Жано. Андре Хан. Ромулу. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Это может быть опасно. Нужно бить поворотом. На месте голкипер, все в порядке. Один.
Армейцы провели хороший первый тайм. Посмотрим, что получится во втором. Пока неплохо. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Бить можно и забивать! Это момент! Гол! Этим мячом они упрочивают свое преимущество, и надо сказать, счет по игре. Второй гол для него сегодня, и останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Сальваторе Бакетти. Думбия. Отлично сыграно, надо решать. Какой перехват, восторг. Потерял он мяч, но кому он достанется? И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. А вот как вам такая новость, я уже оценил. Матс Хумельс переходит в Баварию из Дортмунда. Думбия! Видимо... Слишком он хотел забить свой третий. Мяч сегодня, и поэтому промахнулся. Но время у него еще есть, и может в дальнейшем у него все получится. Может получиться интересная атака. Хорен Баграмян. Шанс у ЦСКА. Вагнер Лап. Промис. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. И в зону атаки мяч переходит. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Забивать нужно! ЦСКА отправляет мяч в сетку. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Основное время истекает через 20 минут. Лоренцо Мельгарек. Это может быть опасно. Выигрывает борьбу у защитника. Разбирается оборона с этой подачей. Ушел мяч. Удар от ворот. Вратарь теряет мяч. Баграмян. Сегодня армейцы превзошли соперников во всех компонентах игры, а ведь обе команды вышли на поле с боевым настроем, но результат говорит сам за себя. Он накручивает соперников одного за другим. Удар! Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Ахмед Муса. Хорен Баграмян. Хотят они довести мяч. Можно бить. Очень надежно. Выбит мяч. До конца игры 7 минут. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Бакетти. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Глушаков. Да, есть такая игра поддавки, и такое впечатление, что именно похоже мы наблюдаем соревнования сегодня.
Я, честно говоря, поражен, что команда одна практически не сопротивляется. И так и хочется из комментаторской кабины крикнуть: «Ау, соберитесь!» Он с мячом и продолжает накручивать одно. Отличный удар! Штанга! Лоренцо Мельгаре. Ну вот и прозвучал финальный свисток.